В рамках учений ФС-2022 Турция впервые задействовала дрон «Камикадзе Карги». Беспилотный летательный аппарат предназначен для поражения радаров, интегрированных в системы ПВО, а также зенитно-ракетных комплексов противника. Испытания «Карги» завершены и в скором времени будет запущено серийное производство. Дрон с ракетным двигателем и наводящейся головкой запускается из специальной капсулы и может кружить над территорией противника продолжительное время.